Всем привет! Давидыч на связи. Сегодня знаменательный день. С одной стороны, с другой стороны, самый обыкновенный, такой же, как и всегда. Значит, я сегодня сделал поступок и отказался в итоге от мотоцикла. От мотоцикла не того, который, какой у меня был, да? А от мотоцикла того, который я должен был купить сегодня. Мотоцикл это называется, знатоки поймут, о чем я говорю, Yamaha R1 2009 года. Самый злой мотоцикл, один из самых злых на сегодняшний день существующих вообще в природе. Был такой уже мотоцикл, но не 2009 года, а до этого было поколение. Последняя ситуация у нас с этим мотоциклом была следующая. Я несся по Алтуфьевскому шоссе, первая 100, вторая 200, на третьей у меня соскочила ручка сцепления, и я встал на заднее колесо со своим весом. Так как ездить я особо безумно не умею, я ехал на этом заднем колесе, смотрел вниз на светофоры, просто офигевал от того, что я там видел. Там я видел грузовик, такой, знаете, как в фильмах Стивена Спилберга, такой жестокий вообще. И я прям прикинул дорожный патруль, прикинул, как у него номер висит, там болтается. Ну, короче, еле-еле остановился. Ничего не делал, он просто начал падать, я прицелился рулем, упал на переднее колесо, не в плане упал, а переднее колесо у меня упало на асфальт. Я остановился и продал этот мотоцикл на этом же светофоре. Значит, продал очень шустро, позвонил другу, он приехал, значит, и купил этот мотоцикл. Сегодня я отказался, так как понимаю, что очень много людей, которые, и много, очень много семей, которые зависят от меня, понимаю, что я нужен, и с каждым днем моя жизнь и для меня, и для всех остальных становится все дороже и дороже, и значимее, и значимее. Да и вся жизнь впереди, не хочется. То просто после того, что я вытворяю на автомобилях, говорить о мотоцикле просто даже страшно. То, что может сделать мотоцикл почти под 200 лошадиных сил с объемом там, в 1 литр, и то, что я буду на нем вытворять, ну это просто безумие. Короче, я отказался. Тем, кто ездит на «Спартак», могу реально пожелать удачи. Парни, будьте аккуратней. Безумно, это реально страшный вид транспорта, страшнейший. Но я вас понимаю. Я понимаю, что вы чувствуете. Я понимаю, что это наркотик. Те люди, которые просто слышат фразу «наркотик», они даже не понимают, о чем я сейчас говорю. Я понимаю тех, кто не может от этого отказаться. Это очень тяжело. То, что я делаю сейчас, это поступок. Я просто... Знаете, как с сигаретами? Либо ты куришь, либо ты не куришь. Принял решение, делай. И никаких задних. Я принял решение, я не буду ездить на спортивных мотоциклах. Тот, который у меня был в спорте, это был первый мой спортивный мотоцикл и последний. Все, что хотел сказать, сказал. Всем удачи на дорогах. Пожалуйста, берегите себя.